Всем здравия. Заехал на оптовочку купить соли без добавок. Вот на этой оптовке осталась соль по старой цене по 13 рублей. Ну и вот такие штуки тут. Вот бетономешалка маленькая 15 тысяч, большая 18100, емкость 4800 пластиковая. Вот тележечки хорошие 2900. Вторая 1700. И вот это 400. Хорошая тележка, удобная. Но больше всего, друзья, я фонарил от кирпичиков. Вот эти красавцы. Облицовочный кирпич. Стоит. Сколько вы думаете? Вот такой. Конечно, сделан хорошо. 40 рублей штучка. Куда рванули цены? Ничего не понятно. 40 рублей. Вон там лежит печной кирпич. Сейчас посмотрим его за углом. У него стоимость 20 рублей. Вот такие цены. На металл даже не знаю. Сейчас посмотрим. Трубы вот. Трубы есть. Всякие разные. Шифер есть. Но металл дорогой. Надо смотреть цену. Дорогой металл. Так, и вот у нас печной кирпич. Отдельно лежит. $22 штука, продавец сказал. Ну я не знаю, ну куда, ну да, сделан аккуратно, маленько он поведенный есть, сделан аккуратно. Ну вот такие цены, друзья, у нас в Забайкальском крае. Сейчас еще бензин вам покажу. От него вообще глаза на лоб лезут. Вот. Короче, 22 рубля облицовочный. 40 рублей. Хочешь, бери. Хочешь, не бери. Вот такие дела. Так, вот подъехали на заправочку. Стекло забрызгано. Сейчас я выйду. Заправка. Умни, вот такие цены у нас. Дизельное топливо 54,90, 92 51,40, 95 54,90, 98 58,40. Все это, друзья, Забайкальский край, город Хилок. Вот такие у нас цены. Вы там на западе плачетесь, что у вас все очень дорого. Вот она, где настоящая дороговизна, друзья. Приезжайте жить к нам.